Иван Герасимов, игрок команды Кривбас Магадан. Иван, вчера отличный день для вашей команды. Ну, победа над Индией – это одно, а победа над полетом – это совершенно иное, над финалистом чемпионата России. И вам удалось здорово сыграть. Вспомните вчерашний день. Ну, как бы играли от обороны. Заряжены были, все получалось. Ну, переиграли попросту команду, на самом деле. Вообще где-то повезло, на самом деле. Но все друг за друга бились, пацаны молодцы. Ну вот, как бы так. То есть абсолютно вам было без разницы, что полет, команда достаточно мастеровитая, сильно играли от себя? Ну мы тоже в порядке, пацаны. Ну все просто вышли друг за друга, бились, одна команда, как бы. Все, ни о чем не думали. Играли в футбол. Сейчас у вас решающая игра с Кабардино-Балкарией. Как победить АСЧ? Ну сейчас будем смотреть. Будем думать. Ну, будем биться прежде всего. Ну, а за вчерашнюю игру вам, попавшему в символическую сборную, приз от нашего спонсора 1xbet.